4 года назад в этот день в Березниках впервые прозвучала присяга на верность России. С того момента не только солдаты должны были принимать присягу, но и люди, желающие получить российское гражданство. Текст торжественной клятвы тогда утвердили депутаты Госдумы. Согласно указу президента, с 1 сентября 2017 года принять присягу должны все, кто желает стать гражданином России. 2 года назад съемочная группа наших новостей стала свидетелем конфликта жителей Орла. Николай Бабин тогда был сильно взволнован нахождением нескольких кораблей на Орлинской пристани. По его словам, они не только загрязняли природу, но и создавали много шума. У владельца судов на этот счет имелось другое мнение. Наш корреспондент тогда выясняла, что стоянка кораблей здесь вполне законна при наличии разрешения. Однако такое разрешение, как выяснилось, имели не все владельцы местных судов. Не КВН, но тоже весело. «Камера, мотор» – эту коронную режиссерскую фразу услышали ровно 5 лет назад юные талантливые березниковцы. В этот день в нашем городе стартовал кастинг популярного юмористического тележурнала «Ералаш». Мальчишки и девчонки, а также их родители поспешили на первые отборочные испытания, а наша телекомпания познакомилась с возможными претендентами на звездную роль.